Вот у нас дверка от Мазды троечки пораненная. Кое-где, конечно, красочка уже не подлежит восстановлению. Бита. Мы же вернемся на завод, и я пощупаю, что у вас там осталось. И 100 тысяч. 100 тысяч единовременно. И пенсию до конца. Теперь то же самое в экранчике дефектовочном. Тоже залом. Поэтому, господа и дамы, после того, как мы помолимся за Иосиф, я прошу проводить в могиле неизвестного вам, но уже покойного, Сем матроса. Это секунду засвечивает. Вот тоже вмятинка, тычочек. Ты можешь работать, дядька. Я сказал, на что нам такие сопляки? Говорю, что он сработал гетманом. Ты сам его мог сработать. У меня столько людей, сколько работы не будет. Сейчас такие времена, что всем хватит. Нужно держаться своей. Да. Я не знаю, на что нам нужно. Ты не бличи, акула. Вот такая красота в лампочке. Вот такая красота у нас. Завода на изгородине. Клико, опять-таки настоящее. Вчера спрахнуло. Начнем потихоньку. Начинаем работать клеем. А потом посмотрим, что у нас получится. Ты дура будет? Нет. Ты сколько пойдет до меня? Да сейчас пойдем, я еще разок дерну. И оставлю это на завтра, уже поздно. Ну, вот а зачем маленький это? Перетяг еще, но это надо пробивать. И вот здесь надо. Это у тебя типа поднимать. Это специально или ты как фотоаппарат включил? Видео. Почему? Видео. Вылезешь потом? Да? Да, а как же? Надо ж на своих ошибках учиться, как видно с торца. Вот такая красота. Ничего, это ненадолго. Вот что пока осталось от ямки. Надо дочистить просто. А вот эта красота еще. То, что об усилителе замято, тут еще придется долго и упорно
тренироваться. Здесь как раз идет один усилитель вот так, второй вот так. И об них, собственно, все вот эти травмы были нанесены. Ну, как говорится, ничего страшного, понятно. Дверь под покраску все равно, но по максимуму надо подвывести. Вот они, наши кризы в сантиметрах. Итого 84 сантиметра. Продолжаем с ними бороться. Столько же давай. Татушка. Вань, может, мы в этом поле? Помоться холодненькой водичкой, есть дорогие губы. Придется вот здесь вот дырочку просверлить, чтобы через нее делать, потому что рядом усилитель будет работать неудобно, а отсюда будет свободный доступ. Вот отсюда. Удобство клиента для нас уж превыше всего. Это я так думал, посмотреть. Это чего, блядь? Смаз застройки. На второй этаж. Вот. Царапина одна. Вот вторая тут очень глубокая. Потянутый металл, остро потянутый. Понятно, что под покраску. Вот здесь была тоже вмятина. Ну, посмотрим здесь. Вот одна царапина. Вот она. Вот здесь вторая была. И вот она. Третья. Привет. Привет.